декорации, где все у нас, куклы, костюмы. Все да? Загорелось? Конечно, все. Все спектакли. То есть... восстанавливать. Значительный ущерб, да? Конечно, да. Только собрались ремонт делать. По технике безопасности, по пожарной, нам составили убрать все деревянные вот обшивки в зале. Мы это все убрали и вот ждали ремонтников на неделю ремонт делать. А тут возгорание произошло. Ну, вероятно, проводка, потому что там гореть больше нечего. Проводка? Да. Скорее всего. Сейчас все горит, куклы, все там, все, что есть. Мы были на выезде, я толком ничего не знаю. Приехали здесь, ну, люди у нас были, работники здесь. И вот говорят, что загорелась проводка. То есть был большой какой-то взрыв, сразу перекинулся огонь. В общем, трудно сказать. Я толком даже и не знаю, что. Сейчас вот вроде как бы локализован был пожар, сейчас опять что-то загорелось.